Самым популярным предметом у выпускников оказалось обществознание, на экзамен по которому зарегистрировались свыше 500 тысяч школьников, а наименее востребованным оказался ЕГЭ по немецкому, испанскому и французскому языкам. В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки предупредили, что в нынешнем году ужесточены наказания за нарушения в ходе экзаменов, запрещено пользоваться мобильными телефонами и электронно-вычислительными устройствами, а также справочными материалами. За размещение в интернете материалов учащимся грозит аннулирование результатов экзамена без права пересдачи. Конечно, если будут серьезные какие-то выбросы или вбросы соответствующей информации, или, вернее, выбросы результатов соответствующих сдач единого государственного экзамена, безусловно, именно к этим регионам или к конкретным пунктам сдачи единого государственного экзамена, конечно, будет приковано, будет особое внимание. Еще одна новинка этого года – общественные наблюдатели на экзамене. Теперь любой желающий может проконтролировать ход и даже повлиять на работу апелляционной комиссии. В Общественной палате Российской Федерации вне проведения основных экзаменов с 9 до 18 часов по московскому времени также будет работать горячая линия. Консультировать родителей, учителей и общественных наблюдателей будут представители Рособорнадзора и другие эксперты. В прошлом году были приняты соответствующие поправки в закон, которые общественное наблюдение закрепили как обязательное в период проведения ЕГЭ. А с этого года общественные наблюдатели еще могут принимать участие не только в пунктах приема экзаменов в момент самих экзаменов, но и также в момент апелляции в комиссиях апелляционных. А тем временем один из обязательных экзаменов «Русский язык» уже состоялся в среду, 30 мая. Уже известно, что для получения положительной оценки необходимо набрать не менее 36 баллов. Второй обязательный экзамен «Математика» ждет школьников уже 7 июня. Дмитрий Блинников, Евгений Богатов, Кирилл Ершов. Петербургская неделя.